это Game Pass. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте, мои прекрасные, замечательные, самые лучшие подписчики, также гости канала. Всем приятного просмотра, чайки-печеньки подготовили и погнали. Сегодня с вами запустим, сделаем первый запуск игры, которую нам добавили подписку Xbox Game Pass Ultimate. И называется она Bramble the Mountain King, по-моему, так, сейчас смотрим в описании. King, да, игруха весит у нас всего лишь целых 7 кило 800 грамм, увидели. Так, сейчас переходим в Store и смотрим, что же это у нас такое вообще есть. Эта игра экшен-приключения имеет 3 оценки и обе, наверное, на 5 звезд. Точнее, все они. Эта игра отправляет вас в невероятное зловещее путешествие по впечатляющим местам. Возьмите на себя роль Олли, мальчика, который стремится спасти свою сестру, похищенную ужасным троллем. Так, это у нас игруха оптимизирована для консоли нового поколения, также Smart Delivery доступна, то есть на Xbox One консолях эта игруха есть. 4K Ultra HD текстуры есть и 60+ FPS, все прекрасно. Это синглплеерная игра, в которой нужен нам и Life Gold, чтобы были сохранения оплачены. Так, у нас есть русский подзаголовок и интерфейс, то есть есть по ходу полная русская локализация, это мы с вами скоро узнаем. Также не посмотрел, сейчас посмотрим по фоточкам, как это вообще выглядит, что я не знаю. Выглядит это вот так, неплохо. Чудище какое-то, как будто там за ним дальше вдалеке. Так. Интригующе. Ну что, давайте сделаем первый запуск и посмотрим, что это за игруха у нас такая есть. Полетели. Также, ребята, девочки, если вы хотите купить любую игру из Xbox Store, либо хотите купить подписку Xbox Game Pass Ultimate по самой низкой цене, залетайте, первая ссылка в описании, либо в закрепленном комментарии для вас на магазин, который называется Xbox Store Dreams. Также там есть аренда игр и много всего другого можете решить в этой прекрасной группе. Так, яркость ставлю повыше. Продолжить. Так, внимание, резкая эпилептическая припадка. Внимание, эта игра содержит откровенные сцены насилия. Кровопролитие вечер, в ней также вспоминают самоубийство, детоубийство, убийство и куча разного убийства. Угу. Bramble. The Mountain King. Настройки, видео у нас, графика, режим, цветовая гамма. Что это дает? Это яркость просто. Режимы цвета не надо нам. Хорошо, прекрасно. Новая игра, давайте попробуем. Также, друзья, имейте в виду, что Game Pass и, в принципе, подорожает скоро. Он везде подорожает, так что до 6 июля постарайтесь купить, если хотите это сделать подешевше. Полетели. Она проснулся от кошмара. Он проснулся от кошмара. Мамина сказка на ночь напугала мальчика. Ему захотелось прижаться к сестре. Но ее нигде не было. Черт побери! Он решил закурить свечой. Сделал так. И поднял свечу. Так, сейчас мы, видимо, можем ходить. Да, ох, клево. Взаимодействие, кнопка X. X. Спички. О, прикольно, они пересыпались. А так выпадут? Ой, выпали. Все, ни с чем больше взаимодействовать нельзя. 30 FPS, чувствую. Когда взаимодействовал со спичками. Книга. Солдаты. Ощущается приятная игруха. Это все вот взаимодействия точки. Давай подойдем к окну. Там ничего нельзя? Нет. Что-то там намотано вообще на нем. Какая-то картина. И там лежит ребенок, типа. Бегать нельзя, ходить медленно только. Что на стене? Рост. Понятно. Угу.
Графончик такой, как будто я запустил Little Nightmares, чтобы вы понимали. Выглядит где-то так же. То есть графон очень приятный. Жила-была девочка, которая не послушалась маму и однажды ночью вылезла в окно и убежала в лес. А, дальше надо гортать себя, да? Поначалу лес показался ей приветливым и полным приключений. Но чем дальше, тем холоднее и темнее он становился. Девочка была страшна, она хотела вернуться назад, но ее руки и ноги опутал терновик, она не могла пошевелиться. Ей было страшно, а не она была страшна, прочитал. И больше ту девочку не видел никто. Это, знаете, такие переводы. Вот что бывает, если не слушаться мамы, тебя это, собственно, касается, Лилимор, сказала мать перед тем, как поцеловать их на ночь. Как эти фильмы, как это, с бандитским этим пиратским переводом. Пэл, это ужасный день и прекрасная ночь. Так, можно, я смотрю, взаимодействовать, да? С окном теперь, наконец-то. А, малый, не выпади только. Не балуйся. Не газуй. Его пугала темнота снаружи, естественно. А зачем малая, типа, свалила, не понимаю. И этот попёрся. Но еще больше его пугало сидеть в одиночестве без сестры. Действительно, в... квартире, в которой всегда безопасно ему было находиться, страшно. Поэтому мы пойдем с вами в лес тусоваться и развлекаться. Я хочу, чтобы у меня дрожала жопка. Подумал он и полез в окно. Распускает цветок. О, красиво. Выглядит красиво пока что. А вот и мы. От третьего лица еще, что ли, можно быть камеру крутить? Нет, так. Днем лес по соседству был ему хорошо знаком. Не, все, закончили базар. Но ночь совсем другое дело. Лилимор нигде не было. Оля пожалел, что нельзя спросить, из основа шишек не видали ли они ее. Ёжик какой-то побежал. А почему быстро бегать нельзя? Или можно? Но если шишки знали, где девочка, они ничего не сказали. Но я нашел, как прыгать. А точка взаимодействия. Шишка. Наверное, кто-то поставил из них. Нифига себе, ветром не унесло. Карабкаться. Вот есть, можно красный гриб съесть, не? А, это поделки их, наверное. Угу. Слушайте, клевая игра, мне нравится. Прям классная, так медитативненько так. Сели, залетели, поиграли. Ух, ёшки-матрёх. По палке забираться, что ли? Да, давай. Но я иду, типа, балансирую, а если не буду балансировать... А, он сам балансирует, короче, пофиг вообще. Просто идем вперед. Не знаю, там можно так чебурехнуться нормально. Если равновесие не удержать. О, все, теперь штанцы грязные. И тут шишки. Сидят. Яблоко на грязи. Яблоко должно было проржаветь, вообще-то. Если кто не знает. Из разработчиков. Оно должно быть ржавым. Из-за того, что его укусили. Так. Сидит эксперт тут, блин. Диван. Реально на диване, вот как бы. Подушка. Так. Что это у нас? Спички еще.
Дети спичкам... спички детям не игрушка. Вот так говорят. Это. Ничего нельзя было? О. Куколка. Ну так, криповенько выглядит она, конечно. Пожалуй, я уберу и не буду смотреть больше. А мне туда, типа, я... Пришел с обратной стороны. Ачивк получи. Ага. А спички мне помогут, да? Я сейчас сожгу все. Ну ладно. А, там ключ есть. А как мне поможет ключ? Если он... Если он... Не может открыть замок с той стороны двери. Так, это, заберешь, не? О, выпал. Ура. Надо именно уронить было. Все, отчинили двери. Вот дерьмо. Вот дерьмо. Куда? Как в этом... Краша Бандикут. Куда-куда? 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 И пошел. Блин, ну интересно так, захватывающе оно все достаточно. Честно, мне нравится, я бы поиграл так. Игру советую. Уже сейчас, на данном этапе. Что? Ну стоят шишки, держатся за ветки, ну. А, мне не в ту сторону, я понял. Обходим. Ну так, судя по всему, малому не... Акуш, страшно! Что-то учитывая, что там ночь, не так уж и темно. Давай, давай, шагай. Малый повзрослел. Да быстрее, еле идет. Свет во тьме. Символ надежды. Перевод в озвучке качественный, как всегда, для вас. Искра отваги. Качественная озвучка для вас на Азию на три топора Белл Бет Федораков Геймс. Так. Ну что-то там интересно дальше идет. Ой, как красиво, ля, посмотри на эту красоту. А что это, можно сейчас будет лезть, как в Зельде? По этим? Ну, грубо говоря, камера, она поворачивается сюда сама. Ты только вот ходишь, направляешь. То есть правый стик, грубо говоря, не нужен. То есть если какому-то ребенку или девушке поиграть, которые не любят, например, пользоваться вот правым стиком, то это вообще само то. Давайте на этом закончим, дамы и господа. Всех целую, обнимаю, до новых встреч на моем игровом канале. Это была прекрасная игра. Не знаю, что будет дальше, но выглядит очень хорошо. Играется и ощущается интересно. И дух приключения, и страшно, и все вместе отлично. В игре, которая называется Bramble the Mountain King, однозначно рекомендую. Играйте, скачивайте с Xbox все обязательно. Также, если что, имейте в виду, что нужно на консоли всегда менять регион, если кто-то еще не в курсе. Поменяли на регион на Турция, Польша, у меня стоит Новая Зеландия, игры немножко раньше выходят. И все, вам это рассказал я. Всем пока-пока. Играйте в хорошие игры с хорошим настроением. Пока.